как надо навести, убраться, устроить, почему он тоже лично сообщение. Не. Это очень далеко. И если лететь туда, у нас же сейчас в Ростова нету самолетов. Это нужно ехать либо куда? Что у нас поблизости тут? Куда летают самолеты? Или Минводы? Или Волгоград, наверное. Сочи. Сочи дальше, чем Волгоград, или Пшин, знаю. Всем привет, кто пришел. Магик, привет. Тяга, привет. Претти. Претти, привет. Всем привет. А на поезде, я даже не знаю, сколько туда на поезде ехать. Короче, очень далеко. Эй, любовь моя, чего это вдруг? Ты всю ночь не спишь? Почему сплю? Ну, я ложусь сейчас в 2, в 3 и до 7 сплю. Спасибо за подписку. Так, у нас уже время 45 минут. Дайте номер шкаф. Какой шкаф? Какой номер? Привет, 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 привет. Как ваши дела? Чем занимаетесь? Только 7 разошлись. Трилогия, один при свечах. Ночи романтик. Ничего себе. А что спать не идешь? Время-то уже. Твори добро другим во благо, не за красивое спасибо. Вот так я спал, да и не с кем. Просто отдыхай. Я просто хотела тебя поцелуя. Дорого стоит. Что? Я говорю, отдыхай, говорю. Можешь не спать, просто отдыхать. Могу воздушный поцелуйчиком отправить. За то, что порадуете меня. Не устал. Ну ладно, как хочешь. Давай. Ну, мне подарочек отправьте хотя бы. Я вас поцелую. Твори добро на всей земле. Твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо. Принцесс, прошу, встань.
Рост на минутку. Коля, не буду я вставать в рост. Если бы знала, как хочу. Что хочешь, Гоша? Дарк, привет. Как твои дела? Здесь в Бразилии жду тебя. Угу, хорошо. Ника, привет. С новым месяцем тебя, Вика. Поздравляю. Как дела? Уже не знаешь, радоваться или плакать, да не говори. Я что-то в шоке. Можешь представить такой, да вот в глаза болят от смеха. Нет, не могу. Замучились мы все уже от этих планов. Да не говори, Вик. Я 2 месяца тут, но мне что-то уже надоело. Ну, я бы все за месяц закрыл планы, потом думаю, что, блядь, с нового месяца все опять по новой. Ну, что делать? Единственное, что держит только деньги. Да-да-да, не говори. Если бы не они, нас бы тут не было. Не спать хочу, просто капец. Ты что, поздно легла? Я легла в 3. Тоже спать хочу. Проснулась. Пол второго легла. А я в 3. Всем привет. Иди поспи хотя бы час. Да какой спать? Ты чё, блин? Планы кто будет делать. Я уже утром, но мне было Олег поспать, ему его спать положила. Можно было с ним поспать, но я такая, нет, я пойду в эфир. Мне надо делать план. Капец, муха какая огромная. Фу. Ой. Мне аж страшно стало. Хотя надо убить. Но он меня сожрет.